Долго тянул. Оу, yeah. Что это? Это еда, разве? Разве еда? Это опять еда, блин. Что-нибудь новое не можете придумать, что ли? Все жрете опять, свиньи. Опять вечер, опять жрете? Опять жрете? Вроде ничего страшного нет. Что это такое? Это они, что едят? Оливки? Сливки? В нашем доме когда-нибудь могут появиться женщины, Сергей? Ты думаешь? Женщины когда-то появятся у нас? Я думаю, вряд ли. Хочешь, я как старик Хоттабыч, оторви, вот загадай желание, у меня просто оторви вот это. Оторвать? Один волос и загадай желание. Ой, женщин бы и одного мулата нам. Не, армяна хочу. Армяна. Женщин бы и одного армяна. Давай, дергай. Давай. Страх тебе дох. Давай. Женщин. О, женщины появились. Ничего себе. В перископе женщина. Ну-ка, а армянин будет? Ничего себе. Армянин с большой бутылкой. Армянин какой-то. Армянин. И женщина еще. Оп, серьезное лицо. И женщина армянин. Только пидоры пишут. Ой, оторви Гоше голову. Себе, осторожно, все, походу она сломала стул. Сломала стул. Да, тут один энергичный стул будет. Так, ну что, как мы назвали оповещение? Они думают, что это сыр. Они говорят, помидорки с сыром. Гоша еврей. Не видно нихуя. Вот это сашими. Это красная рыба порубленная. Че, нормально стоит? Мы посвящаем этот ужин. Да? Сергей, кому посвятим ужин? Может, на это сядешь лучше? Давай. Кого не хватает в этой компании? А, я же совсем забыл. Этот ужин посвящается Дарье матери Юрьевне Наварыч. Наварыч, смотри, как у меня отросли хорошо волосы. Кончики, видишь, какие маленькие. А ты их не увидишь. Все трешься в своей рашке. Все в Питере. А банки-то? Банки, самые сексуальные банки где? На Пхукете. В Таиланде, на Пхукете. На Пхукете. Так, ну ладно. Ну что, вот. Давай стол покажем. Что у нас на столе? Ну давай, что. Так я показывал. Вот это сыр они думают. Гуава. Сыр, смотрите. Это у нас огурцы, помидорчики. Это курочка. Это полиэтилен. Это батат, картошечка. Выглядит, блин, как не особо. Не особо. Это сашими. Красная рыба, это нет, свеженький. Это рис, это кола зеро, это бутылочка пива, это водичка, это... Еще одна бутылочка пива. Нет, это соевый соус, это какой-то тайский соус, это еще одна бутылочка пива, это армянин. Опять он здесь. Это дядя Сережа. Ты подыгрывай сейчас эту тему, давай развивайся. Дядя Сережа, это вода, видите, ватер. Представляете, даже вода присутствует. О. Дядя Сережа на ЗОЖе. ЗОЖ. Марго. Мармор. Ну, вон, пачка сейчас скажет. Ты все время так орешь на этой наварской. Я сегодня стеснительная пачка. Да? Вошла в образ. Она какая-то сексуальная сегодня чересчур. Думаешь? Может, покрасуешься? Излучает, да? Излучает сексуальность. А мы долго будем снимать перископ? Может, я просто разойдусь чуть попозже? Ну, давайте станцуйте. Станцуйте при свете звезд. А песня нормальная? А как его? Не знаю еще чего. Только мою задницу не смотрите, снимает. Смотрите, Гошан не гей. Поглядите. Подожди, думаешь, тут. Все думают, что не надо с другой стороны снимать. Мы тогда ломаем стереотипы всех твоих подписчиков. Представляете? А? Как оно? Раздевание. Да он сам себя любит. Куда пошла? Ну, постоять. Так. Вот, отличная пара. Секси. Да, конечно. Дядя Сережа, слушай, как 40 подписчиков тебя смотрит, ты можешь, блядь. Как, сколько там, Серег? В смысле? Я что, 450. 450. Ну что, как твои подписчики кричат, чтобы я показала сиськи. Сисочки. Как мне развести пачку? На пачку. На ее пачечку. Ну, давай, потанцуй, это красиво, что, звезды. Да. Пока, да. Пока никто не пьяный. Мы еще трезвые.
чтобы ты поменьше была. О. Я могу много Марса спускает для вас шоколадные сердечки. А ты же там сошлись? Ну, так на троих это неудобно. А мне что надо делать? Научи меня. Танцы это же красиво, друзья. А ты вести, а ты веди гашанчика. Я что, я мужик, что ли? Ты мне ноготь сломал, слышишь? Я не могу тебя вести. Так, поцелуй, все ждут поцелуй. Давай, Гаша. Пока вы не соберете мне на моей странице 10 тысяч лайков, не будет вам ни поцелуев, ни попок, ни... Не будет. Походу, Гашан... Все видели твою попку, между прочим. Гашан, походу, останется без поцелуев. Как вам мое лицо? Смотри, я уже несу ее. Мы сразу начнем, Серег. Щеки пропадают? Подожди. Неси, может, я сразу в комнату неси? Ты выпады делай. Пойди. Зато за птичку взялся. Я держу. Подожди, надо бицепс покачать. У нас спортивный канал. Я тебе помогаю. Смотри, спину себе не сорви. Гашан хоть... это самое. Гашан хоть за сиську подержался. И бубешник. Ну ладно, друзья, вот такая вот перископ... О, Дарьюша, вот же ты появилась. Мы уже перископим для тебя так долго, что... Ты хоть нет. Видела, что мы на тебя на столе наложили? Как видно-то нас? Ты Серега нас нормально хорошо? Наложил. О, Даша еще кого-то и приглашает. Смотри, что у нас в меню сегодня. Смотри. Опять. Это я для Даши все делал. Для Даши? Было этого, ты для кого-то а ее не было. Ее не было. Она только вышла. Это у нас фрукты. Это не фрукты. Это не оливки. Это не кабачок. Она любит шоколад. Шоколад? А это сашими. Это тунец и красная рыба. Сашкино имя. Это армянин. Да. Армянин. А она его знает, она его знает. Слушай, у тебя так пупок торчит прикольно. Ну, сексуально. Мне кажется, смотри, такая балда там. Такое вообще впечатление, что у него как огромный болт у всех армянинов. На самом деле он исключение. У него очень маленький, вот такой вот. Такой. Ни хрена, большой, да, поменьше. Пипеточка. Вот такой вот. Да ладно, давайте пусть будет такой. Вот это, да, вот это больше похоже. Ой, скажет, опять, блин, развели. Развели рис. И кокошен. Батат, это желтая, она такая вкусная. Она как десерт. Это кола, это опять армянин. Прилетели из Еревана свой отпуск провести. Да ты хоть с акцентом-то разговаривай, что-то по-русски говоришь. Очень богатый армянин. Такие, друзья, дела. Вот так вот мы и отдыхаем. Диуля, вон они, сзади. Тост от армянина. Давайте, тост от армянина для Дарьи Наварской, которая не попала. Этот перископ был посвящен Дарье Наварской, которая должна сидеть была вон там. Вон там. Но она осталась в своей холоднющей России и не увидит прекраснейший пресс или что это, Георгия. У нас сейчас уже поздно. У нас поздно, мы сидим во дворе. Спасибо, Даша. Звезды. Звезды вам не покажем, потому что их не видно. Облачка. Да, даже когда они есть, вы все равно их не увидите в перископе, потому что такие дела. Потому что у тебя не смартфон. Потому что хреновый интернет, и у меня не светочувствительная камера, если так говорить. Армашке Цафтаним. Цафтаним. Не знаю, кто так говорит. А это не твое? Да. А что он сказал? Это типа, вообще от души. От души. А он очень рад. Зиминку армянскую. Да, давай, скажи что-нибудь на Дарье Наварской. Она очень хочет... Дарье Наварской? Дарье Наварской, я хочу сказать, что я думал, что ты прилетишь, и я тебя опять прокачу на мототранспорте. Вот, на скутере. Ты по-армянски говоришь, что-то по-русски говоришь. Это и Георгий может сказать. Вайс, да. К сожалению, на этом языке я очень плохо говорю, поэтому буду выражаться по-русски. Даша, короче, у меня есть скутер. Приезжай, я тебя прокачу. Подарю тебе эмоции бесплатно. Все. А от меня песни тебе, да, Шулечка. Такие улыбчивые. Твои девочки довольны, надеюсь.
Да, смотри, какая скромная пачка со мной. Я же скромная. Они заряжали. Она увидела банки Сереги и все. Нет, она просто зарядилась. Зарядилась моим спокойствием. Так что удачного всем вечера, тренировок. У нас будет хорошие простенькие посиделки. Будем трещать, разговаривать, кушать. Что кушать-то? Кушать сашими и картошку. Картошка так звучит хреново. А Серж же похож на деревенского дурачка такой. Вань, дурак, смотри. Вань, делай, улыбнись хорошо. Не, улыбнись. Как ты вот это? Во, да. Я Вань, дурак. Картошечку сейчас поедим. А ты эти дров подкину. Картошку. Поле пропахаю. А? Шо? Шо говоришь? Шо, где? Все, толстый.